Класс, да, Лёва? Классно. Да, паровоз настоящий. Я ж тебе говорю, настоящем паровозе едет. Шикарно, да? Не зря приехали. Вообще класс. Он углем топится. Нет. Да? Дедушка к нам приехал, Лёва из Устюга. Смотри, Лёва, класс. Паровоз на самом деле. Я тебе говорю, что паровоз, а не на самая настоящая тяга. Обалдеть! Передвижная резиденция Деда Мороза. Лёва. Лёва. Снеговичка. Снегурочка. Ура! Сейчас дедушка выйдет. Так, буквально несколько секунд. Они боятся здесь. Друзья, давайте поддержим, поаплодируем. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Спасибо вам за теплую, радушную встречу.
Долго мы ехали к вам из самого Великого Устюга. И, наконец-то, добрались. А вы, наверное, заждались. Да не один я приехал, а со своими верными помощниками. Знакомьтесь, это гном, начальник всех развлечений. Как удачно походить. И его заместители, снеговики, затейники. Ну и внучку мою, Снегурочку, вы, конечно, все узнали. Каждый год в отчине своей сказочной встречаю я ребятишек со всего света. И очень часто они меня к себе в гости приглашают. Вот я и решил отправиться в необыкновенное путешествие. Мои друзья, железнодорожники, снарядили поезд, чтобы я в каждый город успел, да сказка своей поделился. Рассказывайте, чем ваш город знаменит, чем известен. Я сейчас всем скажу, они за секунду исполнят мое желание. Смотри, я скажу, ребята, давайте все вместе скажем с Новым годом, и они это сделают. Сейчас мы вам покажем. Раз, два, три, четыре.